Chris.com – это проект, который ставит цель полностью реорганизовать всю систему бронирования путешествий, который будет включать не только всем привычные варианты путешествия, но и комплексные туры по интересам, согласовав их предварительно. Разработчики предлагают создавать поездки местным жителям и людям, которые основную часть жизни проводят в путешествиях и знают много информации про основные туристические места. Весь процесс будет осуществляться простыми способами с использованием ПК или с помощью голосовых команд в телефоне. С помощью данной платформы возможно будет забронировать гостиницу, арендовать номер или дом, заказать столик в ресторане и вызвать такси или местного водителя. Все это можно будет организовать заранее или уже в процессе отдыха, используя голосовой чат или мгновенные сообщения. В основе модели всей платформы лежит токен BLS и смарт-контракты, которые дают право клиентам платформы публиковать объявления без оплаты за бронирование. Платформа Plis облегчает все процессы, с которыми могут столкнуться люди в путешествии, тем самым экономя их драгоценное время на сам отдых. Платформа плавно внедряет в массы принцип децентрализованности всего общества, но одновременно с этим неплохо себя чувствует в централизованном мире. По мере перехода всего общества на децентрализованную модель, платформа будет идти в ногу со временем. Сегодня многие приложения используют голосовых помощников. Платформа Plis не обошла эту технологию стороной и запускает своего голосового бота Plis.bot. Этот бот поможет сэкономить время клиентов во много раз. Бот уже сейчас функционирует. Он реально сможет оказать помощь людям до и во время путешествия, бронирования номера или ресторана. Турагенты смогут в режиме реального времени просматривать статистику предоставляемых ими услуг. Особенностью протокола Plis является тот факт, что в децентрализованной системе комиссия не существует. Основным токеном в экосистеме Plis.com является токен PLS, который выступает в качестве средства для оплаты вознаграждений на платформе Plis. Держателям токенов Plis представляется возможность участвовать в голосовании по всем вопросам непосредственно касаемой платформы. Например, если встает вопрос распределения призового фонда, а также можно увеличить свою силу голоса, сделав ставку в токенах PLS. Токены будут распределяться среди всех пользователей платформы, путешественникам, турагентам, местным жителям. Детали ICO. Символ токена PLS. Платформа Ethereum TPRC20. Платить через эфир. Цена токена 1 PLS 3 цента. Стоит отметить, что проект будет жить и развиваться, даже если они вообще ничего не соберут на ICO, и это отличная новость. Направление организации путешествий всегда будет востребованной и приносить большие деньги. У разработчиков проекта Plis свежие идеи и решения большинства актуальных проблем в этой индустрии. Учитывая огромную конкуренцию в данном сегменте, будет интересно понаблюдать за реализацией всего задуманного, и потенциал определенно есть. На этом все важные ссылки и детали ICO снизу под видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!